Новость для всех автовладельцев. С 22 августа по 12 сентября в столице Чувашии будет временно ограничено движение транспорта. Из-за ремонтных работ движение будет ограничено посередине проезжей части Гагаринского моста. Транспорт сможет передвигаться в двустороннем направлении лишь по правой полосе движения, не задействованной в ремонтных работах. А с 13 сентября по 4 октября движение будет ограничено уже по правой полосе проезжей части Гагаринского моста.